показки. Какие-то, да, показки. Вот матч начался. Справа ворота команды МОС полетел, слева команды АЛЕСБУ. Нельзя расслабляться. Вот опасно! Вот, то, о чем я говорил, нельзя не на секунду расслабляться. Уникальный поехали на лыжах кататься. Ух ты! Не так давно я оперировал, что нет забитых мячей. И на 15-й минуте, 50-й секунде распечатанные ворота Орла ГУ. Не пора ли получили мяч Сергею Владимировичу вот, второй забитый мяч? Я хотел сказать, да. Не пора ли Сергею Владимировичу пятого полевого разыграть? Ну, теперь, наверное, пора. Ух, опасно! Григорьев выносит мяч. Да. Вот примерно с этой точки и вчера забивала Ирина Лутошкина. И в этом матче она добилась результата. Опасно! Да, что? Камбэк какой-то. Да. Орловчане за 2 секунды до финального свистка арбитра. Усилиями это удалось у команды Сергея Владимировича. Спасибо, что были с нами в эфире. Я не прощаюсь. Буду занимать свое место в комментаторской.